My Little Pony, девочки из Эквестрии, игры дружбы, наука волшебства. Разве у нас не будет репетиции? Нет, будет, как бы. Принцесса Селестия учила меня, что чтобы изучить объект, надо наблюдать за ним в действии. Пусть другие роются в старинных книгах, а я лучше закатаю рукава и сделаю все своими копытцами. Руками. Я понимаю твою мысль, но при чем тут наша музыкальная репетиция? Я хочу понять, как действует волшебство. Почему у вас растут уши, хвосты и крылья, когда вы играете? И при чем тут ваши инструменты? Может, нам лучше оставить все как есть? Это весело. Просто играй, ты меня даже не заметишь. Итак, после длительных экспериментов я пришла к четкому заключению. Я понятия не имею, как действует волшебство.